скорей, пока он опять не ударил. Сейчас ударит! Я прикрою тебя! Держи. Назначенный час пробил. Благословляю тебя, сын. Пора. Ваше Величество, спасибо. Пусть боги будут милостивы. Да. Принцы всегда такие принцы. Не совсем по регламенту. Тебе же речь не нужно было произносить. Принц Ноктис! Чего? Я столько хотел бы сказать тебе. Ты возлагаешь тяжкое бремя на тех, кто рядом. Да ладно, уж кто бы говорил. Я не прошу вас направлять моего сына. Просто будьте с ним рядом. Конечно, будем. Да, Ваше Величество. Мы за принца готовы жизнь отдать. Да, именно так. Друзья, Тамкор уже запустил мотор. Драутас, следи за ним. И вот еще что. Общаясь с невестой, не забывай о манерах. И вы, Ваше Величество... Общаясь с нашими дорогими гостями из Нифельхейма. Об этом не волнуйся. Ты тоже, отец. Сынок, обратной дороги уже не будет. Думаешь, не поеду? Я лишь хочу знать, готов ли ты покинуть дом. Не знаю, как ты, но я готов, как никогда. Береги себя, сын. Помни, где бы ты ни оказался, ты наследник королей Люциса. Выше голову, сын мой. Автостопом не доберемся. Я думал, за городом люди добрее. На доброте незнакомцев далеко не уедешь. Придется ее теперь всю дорогу толкать. Я уже сам себя толкнул почти что насмерть. Вставай. Вперед. Машина сама себя толкать не будет. Я думал, машина повезет нас, а не наоборот. Было бы неплохо. На старт. Внимание. Серьезно? Толкай! Что ж ты такая тяжелая?
Нет, долго вы ехали. Так, ну и кто из вас принц? Ага. Поздравляю вас со свадьбой, ваше высочество. Да пока рановато. Жених леди Лунафрея у нас в Молоте. Извини за ожидание. Это ты перед моим дедулей будешь извиняться. Значит, ты... Я Синди, специалист по ремонту авто. И внучка Сида. Давайте ее сюда уже. Это модифицированная классика, а не ржавое ведро. Неужели твой папаша тебе не сказал? Принц Ноктис. Да. Весь папашу, только благородство куда-то вытряхнули. Что? Тебе предстоит долгий путь, сынок. А с разинутым ртом ты далеко не уйдешь. Придется поработать. Заведите ее внутрь и валите отсюда. Слышали? Ладно, давайте за работу. Вот сюда. А теперь будем сидеть и ждать. Никогда не любил ждать. Да и не умел, в общем-то. Вы, небось, впервые так далеко выбрались, а? Ну так погуляйте, осмотритесь. А это, чтобы вы не потерялись. Можно провести это время с пользой. Ух ты! У них тут есть эбони! А Игнис с ума сойдет! Сдается мне, наши деньги здесь не в ходу. Спорим, Игнис это предусмотрел. Давай спросим. На жилье и еду хватит. Но! Ты видишь? А что? Ну, здравствуйте! Нокт, можно тебя на минутку? Мы потратили на ремонт все, что у нас было. Думаю, нам надо поговорить с Синди. Мы без гроша в кармане и без машины! Как будто этого было мало. Во всем виноват старик, раз столько с нас взял. Да, надо к нему заглянуть. О. Здрасте. Она еще не готова. Вы что-то хотели? А не слишком ли дорого для небольшого ремонта? Хм. А, я поняла. Так вот, что имел в виду дедуля, когда сказал, что преподаст этим мальчишкам урок. Он сказал, что хочет, чтобы вы разобрались с местным зверьем. Они в последнее время что-то совсем обнаглели. Если возьметесь, я вам с радостью заплачу. Ну, что скажете? Не ищем легких путей, да? Ну, спасибо, дедуля. Только не бродите там, когда стемнеет. Демоны вас сразу разорвут. Вот, этого должно хватить на ночлег.
Только это между нами. Не говорите дедуле. Нах, подойди, посмотри! Что такое? После той аварии с его сыном, я думал, что старик закроет. О, то есть, добро пожаловать. Не хотите перекусить? Эти мерзавцы намного крови попортили. Благодарю вас. Благодарю. Вы храбрые ребята. Что бы вам рассказать? Ну, конечно. Одну секундочку. О, началось! Я смогу приготовить это в лагере. Не переедайте. Лучший вид на диск открывается. Похоже, первая дичь найдена. Готов, Нокт? Случилось. Телеграфный столб сломан пополам. И даже не один. И как это они могли так сломаться? Трудно сказать. Может, стихийное бедствие? Думаешь, других разрушений нет. Может, пришел здоровенный монстр и все сломал? Надеюсь, Синди говорила не об этом зверье. Возможно. Это было несложно.
Главное – взаимовыручка. Получай! Правда сама! Ладно, мы быстро справимся. Двигаемся дальше. Так куда мы в итоге собирались? Никуда, пока машину не сделают. А потом поедем на причал Галдина. Потом поплывем. И опомниться не успеем, как мальчик станет мужем. Сначала дождемся машины, а потом будем кричать горько. Понял? Почти справились. Поднажмите! Кто бы это мог быть? Задание выполнено. Алло. Привет, это Синди. Как идет охота? Мы уже закончили. Вот и прекрасно, потому что у меня для вас есть новая работа. Но теперь ищем человека. Один парень, Дэйв, ушел на охоту и пропал со связи. Похоже, он забурился в старую хижину неподалеку. Старая хижина? Все понял. Проверим. Ну, что сказала Синди? Что надо найти какого-то Дэйва. Он что, пропал? Нет, он вроде как засел в хижине. Что это? Порядок. Смотри, не сглазь. Сейчас я им врежу. Только не слишком увлекайся. Кто бы говорил? Умри! Бежал к тебе со всех ног. Зачем? Я не просил тебя. Почему? Я приятно удивлен. Что тут скажешь? О, да. Эй, а что там с хижиной? Погоди. У меня есть план. Это что за зверь? Он называется собляклык. Такие клыки нужны ему для того, чтобы извлекать грызуны из их ног. Это немного жестоко. Да, с таким не подумаешь. Ах!
Да будет так. Ты жжёшь. Легкотня. Все кончено. Эй, Промто, смотри, не поскользнись. Эй, кто там? А вот и он, герой дня. Я так понимаю, ты Дейв? Мы тебя искали. Я и не думал, что из-за меня будет такой переполох. Я просто потянул лодыжку и застрял здесь. С этими зверями что-то странное. Я им нападал как следует, но добить не успел. Один все еще бродит где-то здесь. Вы не очень-то похожи на охотников, но... разберетесь с ним за меня. Что скажете? Да, мы разберемся. А вы не из робких. Давайте расскажу, где я его в последний раз видел. Пора проявить мужество и накрутить кое-кому хвост. Было бы разумно отдохнуть перед охотой. Хорошо. Тогда давайте поищем место для лагеря. Наверняка тут охотники работают, не покладая рук. Погоди, они вроде королевских гвардейцев? Да. Хоть они и не солдаты, а гражданские. Зато боевого опыта у них явно побольше, чем у нас. Даже как-то неловко, что на нас форма королевской гвардии. Да ладно тебе, ее же специально для нас шили. А еще на ней такой замечательный знак. В королевской гвардии по форме видно, кто ты есть. Носи ее с гордостью. Приехали. Остановимся на ночь. Хорошо, я ставлю палатку. Неплохо. Стильно, как и всегда. Ничего особенного.
Как отец родной? С тех пор, как они вернулись, о ней заботился только Сид. Обычный механик с ней бы и не справился. Я бы сказал, что он справился на отлично. Как любой даме, ей просто нужна забота. А будешь ее обижать, Сид тебе такое устроит. Если о машине заботиться, она не подведет. Машина, да. Смотри, куда бьешь. Я не хотел. Как же это уныло. Ага. Thank you.
Вон там. Это ведь он? Это что, двоерог? Да, но не обычный двоерог. Нам лучше побыстрее с ним разделаться. Секунду. Что, испугался? А ты что, нет? Злющая зверюга. Думаешь? А по-моему, он мирный. Ага. Осторожно! Так его! Покажи ему! Неплохо. Еще не все! Ну что, готовы ко второму раунду? Игнис! Я здесь! Так, парни, победа уже близка! Мы круты? А то! Точно! День-день! Алло? Привет! Звонил Дэйв. Он в порядке. Спасибо, что нашли его. Ага. Молодцы, ребята! Кстати, ваша старушка выглядит как новая. Да, пока вы здесь. Если захотите довести ее до ума перед отъездом, дайте знать. Пожалуй, да. Она будет ждать вас в гараже. Я понял. Ну, кто теперь сядет за руль? Пусть Игнис его из рук не упускает. Ага. И пусть четыре глаза следит за топливом. Я бы ни одним глазом не уследил. Думаю, у меня тоже не получится. Пустите меня за руль. Отлично. А то впереди мне ноги девать некуда. Невежливо заставлять девушку ждать. Придется извиняться. Что это? Живой! Ураган! Полуптица, полуураган, полувоздушный корабль. У него три половины, что ли? Это объясняет размеры. Потрясающе во всех смыслах. Охота начинается. Минута? Даже меньше. Да ты что? Что тут скажешь? Какой ты довольный. Thank you.
Вперед! Точно! Мы быстро упали. Великолепно, Нок. Да. Тебе конец! Человек не может идти вечно. Столичная ж... Нас к этому не готовила. Представь, что ты идешь к машине. Сколько же еще? Блестяще. Разделаемся с ними по-быстрому. Прощай. Прошу прощения. Просто действуй! Я же столько всякого оружия. Используй его. Пошли в магазин. И я тоже. Давай с нами. В гараже точно тачка из города. Это всего лишь вы. Вышло неплохо. Чем я могу помочь? Если вам понравилось, приходите еще.
Извините за задержку. Красавица, правда? Жалко на ней ездить по этим дорогам. А давайте сфотографируемся с ней вместе! Еще один повод ездить поосторожнее. Да, и пока не забыла. Не могли бы вы кое-что отвезти для меня? А, конечно, можем. Супер! Я так и думала, что вы согласитесь, и уже положила это в багажник. По дороге в Галден должен быть мотель. Если вы передадите это его владельцу, будет замечательно. Внучка вся в деда. Ну что, машина наконец снова готова к путешествию? Хочешь сейчас сам ею порулить, Нокт? Не уверен, что я умею тихо. Понятно. Тогда давай я сяду за руль. Ой, пока вы здесь, если захотите довести ее до ума, дайте знать. Что будем заказывать? Смотри, вот что я могу сделать. Наклеивать что-нибудь будем? А с колесами что делаем? Какой цвет покрасить? Ну как? Я надраю ее до блеска. Ну как, нравится? Все как заказывали. Пора идти. Точно. Угу. Ну и жарище. А ты куртку сними. Молот, самый-самый крутой гараж. Само собой. Это же гараж королевского двора. Я буду скучать по нему после всей этой поездки. Тебе никто не мешает приезжать к ним в гости. Когда захочешь. Синди с удовольствием займется твоей машиной. А, точно. Ах, вот в чем дело. Если нужно, можешь брать регалию. Ура! Спасибо за предложение, но когда мы вернемся в Инсомнию, я постараюсь заиметь собственную машину. Yeah!
Тормошнись! Пробка! Иги, вперед! Как обстановка? Боли! Пробка! Вы звонили? Пойди я! Где ты этому научился, Вов? Фитнес! Позвольте! Проблемы ни одной достойны. Значит, придется разбираться самому. Вот тебе! Рин Поли! Да. Осторожнее! Не попадись под удар! Приму к сведению. Ты тоже. Здесь торчать нет смысла. Хорошо отдохнул. Вы друзья Сида? Неудивительно. Я вам все расскажу об этой местности. Поможете со зверями? Счастливо. А. Ну, сейчас и поопаснее штуки. Все готовы? Ага. Угу.
Игнис, останови-ка. Конечно. Пройдемся для разнообразия. Кажется, у меня камушек в ботинке. Так вытряхни. Ага. Деньги, деньги, дриби, деньги! Похоже, мы нашли то, что искал. Как-то это стрёмно. Ну, давай. Блестяще. Легко с ней. Иди! Готов! Отправляйся. Приму к сведению. Тебе конец! Быстрые черти. Ну, вот и все. Все готовы. Ага. Стоит запастись зельями и всем прочим. Да, даже от тебя иногда бывает толк. Это что значит иногда?
Вы что, специально сюда ехали, чтобы привезти мне посылку? Сердечно благодарю. Я сам ее достану, вы просто посидите. Умбра. Собака-почтальон. Молодец. У этого пса отличное чутье. Да уж, комар носа не подточит. Как только ты нас находишь. Секундочку. Красивый. Мы с Клили короны из точно таких же цветов. Ага, селецветы. Я это помню. Знаешь, у меня есть к тебе просьба. Когда будешь уезжать, возьми, пожалуйста, с собой этот блокнот. Ага. А потом, давай ты положишь в этот блокнот что-нибудь и отошлешь его обратно. Все. Удачи тебе. Я знаю, ты наверняка мне не ответишь. Не спрашивай. Что это было? Ну и пожалуйста. Ну что ж, дело сделано. Можем ехать в Галдин. Одну секунду. Я нашел в посылке конверт, адресованный Мильдачио. Мильдачио? Штаб-квартира охотников? Так точно. Главный охотник должен быть где-то здесь. Сделайте еще одну доставку. Что скажешь, Нак? В принципе, тут недалеко. Видишь, вон там. А что? Добро пожаловать. Эй, вы уцелели? Принять ваш заказ? Расскажу, что знаю. Как думаете, справитесь? Будет сложно. Чудно. Удачи вам. Не торопитесь. Конечно, принесу через минуту. Я смогу приготовить это в лагере. Спасибо за заказ. Я недавно видел макетех штурмовика. Фу, жуткое зрелище.
Смотрите, кто приехал. Я у вас, ребята, в долгу. Еще в каком? Что-то мне не везет. А у нас нашли еще один. Нашли еще один... Что? Жетон. Мы, охотники, всегда держим их при себе для опознания. На случай, если забудешь, кто ты есть? Скорее, чтобы другие не забыли, кем мы были. Жизнь охотника полна опасностей, так что иногда от человека остается только жетон. Доставить жетон семье павшего товарища – наш долг. В общем-то, за этим я сюда и пришел. Если вам удастся найти в окрестностях охотничьи жетоны, передайте их мне, ладно? Да, конечно. Говорят, тут поблизости уже лежит один жетон. Спросите местного информатора, он расскажет подробнее. Тяжелые у них жетоны. И на душе от них тяжело. Их надо вернуть семье. Я ведь вас еще не поблагодарил. Спасибо, что вытащили меня оттуда. Я вам благодарен и все такое, но прошу, будьте осторожны. Не хочу потом найти ваши жетоны. А вкусно пахнет. Привет. Хотите есть? Что вас интересует? Осторожнее. Ну, сейчас и поопаснее штуки есть. Нам пора идти. Игнис, уходим! Уже иду. Так ты думаешь заманить леди Лунафрею обратно в королевский город? Не торопи события. Я еще даже не женился. Да, до сих пор не верится, что ты свяжешь себя узами брака. А каково это, когда вот-вот станешь мужем? Да, неплохо. Неплохо? Да любой парень на свете бы отдал все, чтобы на ней жениться. Подумаешь. Ну, как скажешь. Оно пришло оттуда. Давайте включим свет. Давай. Может, сюда? Да, цвет изумительный. У меня идея. Ты ударь с тыла, а мы тебя поддержим. Ладно. Понял. Не было. Легче не было. Следи
Следить за действиями врага. Я все понял. Это ерунда. Один уже нашли, да? Спасибо. Я так понимаю, это капля в море. Ну-ну, не все так плохо. Но все равно, гибель каждого охотника тяжелым грузом ложится на мою душу. Вот что значит для меня каждый жетон. Это боль. Но если я опущу руки и перестану собирать жетоны, эти охотники будут забыты. А это больнее всего. Да, наверное, ты прав. Поэтому я и призываю своих охотников собирать все найденные жетоны, и вас тоже об этом прошу. О, клиент. Остановимся на ночь. Мягкие постельки! Это да, какой красивый снимок. Да, я специально выбирал ракурс для регалии. Все готовы? Ага. Точно. А давай зайдем в воронье гнездо. Хочешь растолстеть? Тогда... Да знаю я.
другие новости. Эдил на Фрея и Тенебры выступила с официальным заявлением относительно мирного договора. У меня нет слов для того, чтобы выразить радость, переполняющую мое сердце при мысли о грядущем мире, и мою гордость, поскольку в это историческое событие несет вклад и моя помолвка. В эти радостные дни некоторые из вас высказывали опасения, что я не смогу выполнять обязанности Оракула. Уверяю вас, замужество не станет помехой моему предназначению. Как и раньше, я буду среди вас, в ваших городах и деревнях, и буду благословлять вас, как прежде. В ближайшее время леди Лунафея покинет Тенебру для подготовки к предстоящей свадебной церемонии. Напоминаем, что на этот срок она слагает в себя обязанности Оракула, но вернется к ним впоследствии. Это что, прям в договоре? Конечно. Это простая формальность. Так называемый символ мира. Значит, это скорее брак по расчету? По-моему, леди Лунафрея рада подобному развитию событий. И но кто этой идее нравится? А это в смысле да? Чего? Отличная погода. Сто пудов. Готовы к приключениям? Ага. Тогда вперед. Тоже. Это причал Галдина. Так и тянет искупаться. А за ним что, гора? Нет, это остров. Но в Галдин люди не из-за острова приезжают, а для того, чтобы отрываться и ходить на массаж. И есть морепродукты. Они тут восхитительные. Хорошая мысль. Будет чем заняться. Нужно пополнить запас лекарственных средств. Понял. Готовы выйти в море? Сейчас, только тельняшку надену. Давай быстрее!
Добро пожаловать! Боюсь, вам не повезло. То есть? Вы хотите выйти в море? И что с того? Увы, далеко вы не уплывете. А ты еще кто такой? Я путник, которому надоело ждать у моря погоды. В этом перемирии нет никакого смысла. Что это такое? Какой-то сувенир? Эй, что это? Да подожди. Это пожертвование. Да? И кто это нам жертвует? Человек без имени. Да уж. Как думаете, тот тип правду сказал, что порт закрыт? Сомневаюсь, конечно, но не исключено. В общем, проще самим проверить. Пахнет вкусно. А почему вообще закрыли порт? Вроде задержка, Вальд. Ого! Ни одного корабля! Что за дела? Насколько мне известно, Империя строго-настрого запретила судам покидать доки Альтисии. Обидно опаздывать на собственную свадьбу. Да, принц Ноктис? Кстати, меня зовут Дина, очень приятно. Принц Люциса со свитой в своей шикарной машине. И вы надеялись остаться незамеченными, особенно для репортера? Вам повезло, репортер честный парень. Если хотите сохранить инкогнито, я вам помогу в обмен на услугу. Что тебе нужно? Я знал, что вы заинтересуетесь. Дайте взглянуть на карту. Я отметил нужное место на карте. Просто найдите мне несколько неограненных самоцветов. Вот таких. Сделаете это, и будет вам корабль. Не сделаете, и окажетесь во всех газетах. Усекли? А почему вообще закрыли порт? Задержка в Альтисии. Похоже, придется просидеть здесь. В конце концов, что такого в небольшой поездке? Что-то вроде мальчишника, а? Как же вкус! А он тебя раскусил, Нокт. Да мы не очень-то и скрывались. А даже если и скрывались мы, пресса все пронюхает. Обниматься с ним не обязательно, но и ссориться не стоит. Привет, киса. Как твои дела? Гуляешь тут? А почему ты одна? О, наверное, ты голодная. Я так и думал. Погоди. Я что-нибудь для тебя найду. Надо бы раздобыть кошачьей еды. Купим что-нибудь. Или наловить рыбы. И то верно. Идем. Смотри на это. А что?
Представление начинается. Нокт, хватит тянуть! Ага, идеальный кошачий корм. А? Молодец, Нокт. Нокт. Леска не выдержит. Это будет тебе уроком. Меняй леску почаще. Так ты удочку не забросишь. Размахнись как следует. Thank you.
Ты молодчина. Доставка накрывается. Вот, свеженькая. Что такое? Ты не любишь рыбу? А, ты не любишь сырую рыбу. Ладно. Добро пожаловать! У вас в меню есть что-нибудь, что едят кошки? Это твой способ знакомиться? А? А нет, я действительно имел в виду кошку. Да я шучу. Кажется, я даже знаю эту кошку. Я что-нибудь соображу. Но здесь в первую очередь обслуживают людей, а не кошек. А последнюю рыбу только что заказали. Может, поймаешь еще одну? Теперь это мое новое любимое блюдо! Значит, теперь никаких бифштексов? Эй, не стоит так торопиться! Чудесно! Сейчас приготовлю. Ты, конечно, очень заботливый, но имей в виду, кошки... Звери приставучие и при этом привередливые. Привередливые, значит? Кошки не станут есть, что попало. Ты правильно поступил, что обратился ко мне. Держи. Потрясающе! Что может быть лучше? Вот, угощайся. Какая ты капризуля. О, похоже, ты ей нравишься. Пожалуй. И она тебе тоже. Она за ним пойдет в огонь и в воду. Все готовы. Ага. Угу. Сид был прав, у тебя не хватает гордости. Ты же не мальчик на побегушках. Здесь наши титулы не играют особой роли. Честно говоря, меня это даже радует.
Так, а мы точно пришли куда надо? Судя по карте, да. Давайте оглядимся. Пройдемся для разнообразия. Эй, смотри, привет. Куда прешь. Отличная краска выйдет. О, боги! Мы что, должны еще и подойти к ней? Потише, разбудите. Пошли! Как же тут красиво по ночам. И все же с Альтисией этот городок не идет ни в какое сравнение. Серьезно? Добро пожаловать! Может, к утру все наладится. А почему вообще закрыли порт? Посмотрим, что тут есть. А уж потом я выберу, что будет на ужин. Простите, что вам так досталось. Мне просто очень нужны были эти камни. Пришлось пойти на шантаж, вы же понимаете. Это днем я репортер, а по ночам ювелир-любитель. Из такой вот неуловимой красоты получаются шедевры. В обмен на услугу поделюсь с вами информацией. Эта ваша монетка выпущена в честь возвышения Оракула. Тот тип их всем на халяву раздавал. Наверное, набрал в Нифльхейме. К
кстати, о халяве. Это вам от меня. Захотите купить еще, приходите. Сомневаюсь, что такая вещь могла попасть в руки простому горожанину. Что ж, теперь это наша наличка. На этот раз будем умнее и снимем номер в гостинице. Как и обещал, ищу вам билеты на корабль. Я же говорил, я честный человек. Вы сможете уплыть без проблем, так что дайте знать, как будете готовы. Признаюсь, я не ожидал, что Дина найдет нам корабль. Получается, у него связи аж в имперском флоте. А как иначе он бы это проделал? Да уж, разносторонний парень. Вы готовы к отплытию? Уже? Корабль будет только завтра. Может, поищите ночлег? Пора спать. Ага. Привет. Где Игнис? Должен скоро вернуться. Ты чего? Это во всех газетах. Что? Что там? Инсомния пала? Что? Это шутка такая? Успокойся, и я все объясню, Нокт. Да я уже спокоен! Было нападение. Королевский город захвачен. Императорской армией. Пока в зале переговоров шли дебаты, в городе прогремели взрывы. Когда дым над цитаделью рассеялся, короля нашли мертвым. Нет, как же это? Мы не могли этого знать. Что знать что? Что переговоры были вчера. Что инсомния... Но как же свадьба, как же Альтисия? Таков был план. Но все газеты пишут одно и то же. Не могут же все они ошибаться. Я не верю. Если бы только мы... Что еще мы знаем? Нужно убедиться, увидеть все своими глазами. То есть вернуться в Инсомнию? А что, если там опасно? А если здесь опасно? Ну что?
Едем. Надеюсь, все живы. Надежда тут не поможет. Не теряй веру. А что? Вера может остановить имперские дредноуты? Успокойся. Отец верил со страшной силой. Хватит. Империя обманула нас. Нас предали. Домыслы нам не помогут. Но правду мы выясним. Везде один обман. Вот как это перемирие. Смотрите, вот это махина. Имперские дредноуты. Они перевозят солдат. В частности, магитех-пехоту. Роботов? Если точнее, антропоморфное оружие массового производства. Не похоже на подписание мирного договора. Там, впереди! Они установили пункт досмотра. Если проезд закрыт, найдем обход. Сделаем крюк. Впереди есть хорошая наблюдательная позиция.